Суп с болгарским перцем и томатами является пикантным овощным блюдом с легким сладким послевкусием. Нежная текстура, его отменный вкус – главные фишки такого супчика. Итак, для этого нам супа понадобится болгарский перец, черри, помидоры, лук, чеснок, соль, перец, мята по вкусу, очищенная вода и сливочный сыр. Итак, подготавливаем овощи, промываем их, помидорчики и перец. И протыкаем перчик вилочкой аккуратненько. Со всех сторон хорошенько протыкаем.